Russia accused the United States on May 4 of being behind what it says was a drone attack on the Kremlin intended to kill President Vladimir Putin. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the allegation in a briefing to reporters, saying Washington should be aware that Russia knew it was selecting the targets and Ukraine was merely implementing U.S. plans. He did not provide any evidence to support the claim of U.S. involvement. Ukraine has denied involvement in the incident in the early hours of Wednesday, when video footage showed two flying objects approaching the Kremlin and one exploding with a bright flash. Attempts to disown this, both in Kyiv and in Washington, are, of course, absolutely ridiculous. We know very well that decisions about such actions, about such terrorist attacks, are made not in Kyiv but in Washington, Peskov said. He alleged that the United States often selected both the targets for Ukraine to attack and the means to attack them. This is also often dictated from across the ocean. We know this well and are aware of this. In Washington, they must clearly understand that we know this. И в Вашингтоне они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях, о таких терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все на два или не делить – это как угодно. Но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем. Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, в экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло. Никакого обращения специального не планируется. Совбез, значит, какого-то экстренного нет. По плану президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу. Вот оно так же, как и планировалось, оно состоится. Но, разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться. Разумеется, все будет усилено, и так уже все усилено, и в контексте подготовки к параду, к Дню Победы, в целом, естественно, резиденция президента охраняется. Ну, а каким образом, это тоже, это тема для глубокого анализа наших специалистов, они сделают свою работу. Я, собственно, знаю от наших хозяйственных служб, там опылено буквально два медных листа, которые покрывают вот этот купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, это я точно не знаю, но будут там или сегодня, или завтра заменены, и все будет как новое. От других каких-либо повреждений или разрушений нет. Нет, готовится обычный парад, собственно, все, что я могу сказать, будет выступать президент, как это обычно бывает. Thank you.